Я всех приветствую на своем канале. Как вы знаете, я хочу строить себе гараж. Но для того, чтобы это сделать, нужно каким-то образом завести сюда песок и щебнем. Потому что за двором я высыпать не могу. Если я вдруг туда высыплю, то это будет перекрыто полдороги. Вот поэтому я решил перевести все вот сюда, под деревья. Я живу на бугре, поэтому мне придется этот бугор немножко снять. После чего сниму вон там в углу шифер. И после этого трактором сниму бугор, накатаю дорогу и будем пробовать заезжать зилком, может КамАЗом, ну, в общем, посмотрим. Ну что, сделал я такой заезд. Будем теперь пробовать зилком. Сможет ли он заехать задом сюда или нет, или будет передом, а потом крутиться здесь. В общем, посмотрим. Вот как это все получилось. Будем надеяться, что заедет, потому что не хотелось бы как бы глубже делать. Но я думаю, заехать должен. Да, хорошо. Я блог веду. Блог веду. Взял тут такую чуть-чуть. Рядом сразу, впритык. Ну, вот все, рядом. Максимально, а потом стянуто. Это хуже не высыпать, а завести пешком. Ты же старый. Да. Что ты показываешь? Ну давай, это сука получится.
Ну что, после того, как завез щебень с песком, вот шифером я его обратно и закрыл. Только вместо того, что было вот так вот сверху деревяшка, я поставил железяку, чтобы было намного проще. Она покрепче будет, поустойчивее здесь. И поставил с нержавейки болты, чтобы можно было легко скрутить и опять снять этот шифер внизу. Оставил деревяшку. Она хорошая, поэтому решил ее оставить. И внизу еще шифером прикрыл, чтобы ничего, никто не лазил. Придавил вот железным уголком и пускай стоит. На данный момент пока я сделаю гараж, а потом уже мне заезд не нужен будет, тот, что в данный момент я использую для автомобиля. И переставлю те ворота сюда, а на гараж сделаю новые. Ну что, кому нравится мое видео, ставим пальчики вверх. Не забываем подписываться на мой канал. Всем счастливо!